Добрый вечер. Сегодня 31 декабря, воскресенье. Начинаем новогодний выпуск программы «Вестник», который мы ведем из Степанакерской музыкальной школы имени Комитаса. Рядом со мной молодой директор одной из самых старейших музыкальных школ нашей республики Артур Петросян. Артур, расскажите, пожалуйста, об истории этого заведения. Степанакерская музыкальная школа функционирует с 1938 года. В 2018 году как раз будем отмечать 80-летие школы. У нас функционирует 6 отделов. В каждом отделе разные инструменты. Фортепианный отдел, струнный отдел, в струнном отделе и скрипки, виолончель и гитары. В духовом отделе кларнет, саксофон, флейта, труба. Самый интересный отдел – народный отдел. Там разные инструменты – это кеманча, ут, тар, шви, дудук, канон, аккордеон. И вокальный отдел. Сколько педагогов, сколько учеников? 120 педагогов, 560 учеников. На самом почетном месте в Степанакерской музыкальной школе стенд памяти павших в Арцахской войне педагогов школы Олега Перумяна, Карины Саркисян и Валерия Агаджаняна. Я предлагаю сейчас пройтись по коридорам, по учебным классам и послушать и записать новогодние пожелания и поздравления, в том числе музыкальные, ваших воспитанников. Желаю всем арцахским детям счастливого Нового года, здоровья, радости, веселого и беспечного детства. Желаю, чтобы не было войны, чтобы дети могли учиться и развиваться. Я желаю всему арцахскому народу, в первую очередь, чтобы год был мирным и побольше бы проектов, где бы наши талантливые дети смогли бы проявить себя. Вот такое маленькое пожелание. Артур, в любой школе, в любом заведении принято гордиться своими, так сказать, чемпионами, своими победителями. Наверняка у вас тоже есть победители различных конкурсов, отличники учебы. Конечно. Вот стенд наших лауреатов международных конкурсов, региональных конкурсов. По разным специальностям здесь, как видите, и кларнетисты, вот канонистки, которые участвовали на международном конкурсе в Гюмри. И приходили с победой. Нескольких хотя бы победителей назовите, ну, этого года, вот 2017-го. В 2017 году у нас был квартет. Квартет канонисток, которые приняли в Гюмри участие и взяли первое победное место, призовое место. Из саксофонистов Георг Петросян участвовал, второе место занял. На региональном конкурсе «Арт Музик» участвовал турбач Галсян Арам и Петросян Вахе, которые заняли призовое первое место. Вы, по-моему, скромничаете, вы тоже участвовали. Летом с 4 по 8 августа в Сочи проходил международный конкурс. С джаз-бендом Арцаха я тоже участвовал,
на этом конкурсе. Души поздравляю всех армян с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всему народу здоровья, арцахского долголетия и, самое главное, мирного неба над головой. Я поздравляю всех арцахцев с наступающим Новым годом. Желаю мирного неба над головой, чтобы никогда не было войны. И чтобы все наши дети жили под мирным небом, радовались каждой минутой своей жизни. Я желаю всем армянам всего мира, поздравляю с Новым годом, желаю счастья, здоровья. Хочу поздравить наших солдат, которые стоят на постах и охраняют нас. Я хочу, чтобы признали Арцах, и чтобы я, когда пошел на конкурс, выступал под флагом Арцаха. Поздравляю всех арцахцев с Новым годом, желаю, чтобы в Новом году у нас у всех сбылись самые лучшие мечты у нас, что есть. И чтобы в Новом году больше не было войны. Желаю всем арцахцам, чтобы они были всегда счастливы и всегда достигали своих целей. Новый год – это замечательный праздник, и бывает раз в году. В Новом году я желаю всем здоровья, счастья и радости. С наступающим Новым годом! Я всем желаю счастья и здоровья. Поздравляю всех карабахцев с наступающими волшебными праздниками, с наступающим Новым годом и с Великим Рождеством Христовым. Я хочу пожелать того чуда, о котором мечтаем мы все – мира на нашей земле, благополучия, ведь это самое важное и необходимое. Хочу пожелать счастья, здоровья и чтобы все занимались тем делом, которое приносит только радость и душевное спокойствие. Это возможно, если мы достигнем вершины самореализации. Еще хочу пожелать в наступающем 2018 году приятных, радостных событий, которые плавно перейдут в приятные воспоминания. Давайте будем более внимательны и близки друг к другу, к нашим окружающим и близким нам людям, и тогда мир откроет нам свои двери. С наступающим Новым годом! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья и исполнения желаний.
наступающим с Новым годом! Я желаю всем мира, здоровья, счастья, добра. Я хочу поздравить всех сарцахцев с наступающим Новым годом, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, всего-всего наилучшего, чтобы наши дети жили под мирным небом и жили вдоволь, чтобы они наслаждались жизнью, радовались жизни, посещали музыкальную школу. Обязательно. Это очень полезно для здоровья, прежде всего, и вообще для интеллекта. Поздравляю весь арцахский народ. Желаю счастья, здоровья и много-много разных радостей. Ольга Александровна, после нескольких лет мытарств, наконец-то вы, педагоги музыкальной школы, и ваши воспитанники получили, как мне кажется, достойное этого заведения здание. Вы как думаете по этому поводу? Да, у нас был, конечно, 2011 до 2016 года очень трудные годы. В том плане, что школа у нас, значит, после такого страшного периода, как произошел у нас пожар, школа, можно было сказать, разделилась на три части. Одна часть работала в политпросвещении, другая часть работала в седьмой школе, одна часть работала дома. Это было очень трудно держать контроль между педагогами, коллектив большой, 100 с лишним педагогов. Были очень трудные годы. Но я сейчас не хочу об этом много говорить, это уже все позади, конечно. В 2016 году мы перешли в новую школу, в большую, светлую, красивую школу. Вот как видите, у нас красивый зал. Благодаря нашему президенту Баку Саяковичу большое спасибо. Благодаря Нарине Агабалян и мэру города, конечно, Сурену Александровичу, которые в кратчайший срок приобрели нам инструменты, мебель, обставили все классы. Нам обещали, значит, в этом году подарить рояль, и нам подарили рояль. Я знаю, что вы давно уже работаете в школе. Что можете рассказать о себе? Ну, что я могу рассказать о себе? Я работаю с 1972 года в школе. Конечно, это большой опыт работы за столько эти годы. Я довольна своей работой, я очень люблю свою работу, самое главное. У нас хорошие дети, у нас хорошие педагоги работают, и в трудные годы работали, и сейчас работают. Я очень благодарна нашим педагогам. В преддверии Нового года я хочу пожелать всем арцахцам, самое главное, мирного неба, крепкого здоровья. Когда человек живет под мирным небом и здоров, он может преодолеть все трудности и все хорошее, все исполнение всех желаний и всех благ на этой земле. Как бы не было зимы, в этом нет секрета, а за рыбу вяли мы, надоело лето. Не пришла бы к нам метель, на денек хотя бы, и стикер не сел на ель. Кабы, и стикер не сел на ель. Кабы. Я поздравляю всех Новым годом и хочу, чтобы этот Новый год все были счастливы. В этом году мы желаем детям счастья, улыбки, много радости, мир был над головой. И были всегда улыбки на их лицах. Буквы разные писать, стоки перышком тетрадь. Учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе. Вычитать и умножать, малышей. Всех поздравляем с Новым годом, желаем счастья, здоровья, чтобы в каждый дом в этот год пришел мир, покой, чтобы все были счастливы. Я пожелаю, чтобы все ребятки были здоровыми и был мир.
Поздравляю мой арцахский народ с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы сбылись все, даже самые маленькие мечты. На барабане, и в свободное время я играю на синтезаторе. Я люблю, занимаюсь со своим учителем Гагиком Бениговичем. Он лучший учитель. Хочу сыграть для вас новогоднюю песенку. Директор школы Артур Петросян является известным в республике музыкантом-импровизатором, и следующее музыкальное поздравление от него. Хочу поздравить соотечественников с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать самого главного мира на нашей земле, чтобы не было больше войн. И хотелось бы отметить еще, мы на вот этот светлый праздник, происходит волшебство, и мы уже свое волшебство получили. Наш соотечественник из Санкт-Петербурга отправили для музыкальной школы инструменты новые. Хотелось бы отметить Инессу Вартановну, вам огромнейшее спасибо. Ваши скрипки получили музыкальная школа, дети будут рады. Мы получили 6 скрипок, надеюсь, в будущем завоевывать большие сцены, играть в разных оркестрах. Еще раз хочу поздравить всех с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым. И желаю всем счастья, мира, любви и, главное, чтобы больше не было войн. Как бы не было зимы, а все время лета, мы б не знали кутюр мы на вагоне дай. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке мне замерз, кабы, кабы, кабы. Дорогие зрители, вы смотрели новогодний выпуск программы «Вестник», подготовленный в Степанакерской музыкальной школе имени Комитаса. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, который вступит в свои права буквально через несколько часов. А мы встретимся в эфире 7 января нового 2018 года. До свидания.